Транспирация – это испарение воды с поверхности листа. У растений, обитающих на суше, большая часть устьиц расположена на нижней поверхности листа. На одном квадратном миллиметре находится от 100 до 700 устьиц, через которые и испаряется большая часть воды. Кутин, покрывающий листовые пластинки, частично предохраняет растения от избыточной потери влаги. Тем не менее, транспирация происходит и непосредственно через кутикулу.